Почетные грамоты, цветы, памятные подарки, поздравления лично от главы городского округа. Дмитрий Волошин наградил активистов «Молодой гвардии Единой России» за весомый вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания. Я почитал, посмотрел, сколько вы всего сделали для нас, сколько было времени вашего потрачено, сил, средств для того, чтобы действительно доказать, ну, в первую очередь, самим себе, что вы можете, что вы сильные люди. Вы же абсолютно точно наше будущее. Мы хотим, чтобы это будущее было здоровое и сильное. В послужной список активистов «Молодой гвардии» входят сотни реализованных проектов. Например, акция «В день памяти начала Великой Отечественной войны». 22 июня активисты выложили в парке больше 4000 свечей в память о подвиге советских солдат. В период пандемии они помогали разносить наборы, помогали сделать покупки. Это самое важное. Сейчас они участвуют в других проектах. Они думают, как развивать наше пространство, как развивать наши дворы. И они всегда с нами. После награждения активисты «Молодой гвардии» обсудили с лидерами движения свои идеи по улучшению жизни в городе. Участники выступили с инициативой провести в Химках большой общеобластной добровольческий форум. Глава поддержал инициативу. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится и ограничительные меры будут отменены, форум проведут в Химках. Мы прислушиваемся ко всем их предложениям, инициативам. Я им хочу сказать большое спасибо. В первую очередь я хочу сказать то, что не безразлично, что происходит в округе. Вот мы ждем их предложений, и мы их будем поддерживать во всех начинаниях. Проекту «Молодая гвардия Единой России» уже больше 16 лет. В него входят тысячи активистов по всей стране. А цель проекта – привлечь молодежь к общественной жизни.